Здорово, танкисты! С вами Слим. Как обычно, утром по вторникам на моем канале выходит еженедельный обзор спецпредложений и танков недели. С декабря месяца в этих акциях произошли глобальные изменения, о которых я расскажу немножечко позже. А в начале выпуска хочу вам рассказать об акции «Танки почти даром». Если вы не в курсе, то каждый месяц в PlayStation Store и Xbox Store есть спецпредложения за реальные деньги, которые продаются по очень низкой цене. Каждый месяц посвящен отдельному танку, и в декабре это будет LT-432. Так что в своих сторах вы до 4 января сможете забрать дополнение «Новинка месяца LT-432». В набор входит LT-432, это советский легкий прем-танк 8 уровня. Также сюда входит 850 золота, 3 дня премиум аккаунта и личные резервы X1,5 серебра в количестве 10 штук. Данный набор в зависимости от региона можно купить за 9,99 долларов, 7,49 евро, 249 гривен или же 535 рублей. Время доступности данного набора может варьироваться в зависимости от региона и платформы. Учитывая, что 850 золота, которые идут в данном наборе, в премиум-магазине можно приобрести за 5 евро, получается, что сам танк LT-432 мы купим всего лишь за 2,50 евро. Плюс за эту сумму мы получаем еще 3 дня премиум-аккаунта и личные резервы. Что касаемо спецпредложений, то в декабре вы в неделю будете получать всего лишь 2 предложения за опыт, которые по-прежнему будут вам давать 50% скидку на прем-танк. С 7 по 13 декабря за любое количество боев, заработав 8000 боевого опыта, вы получите первое спецпредложение, это 50% скидка на ПЗ-58 МУЦ. Напоминаю, что каждое спецпредложение действительно всего лишь 72 часа с момента его получения. С 50% скидкой данный танк обойдется вам в 4500 золота. Panzer 58 Mutz – это швейцарский танк, но в игре он принадлежит к нации Германия, и именно экипажа этой нации вы сможете качать на нем. Этот ПМСТ 8 уровня – типичный танк поддержки, с его бронированием не стоит лезть на первую линию. С вашей максимальной скоростью в 50 км в час вы всегда успеете туда приехать. На вооружении данного прем-танка привычное для СТ 8 уровня орудие с разовым уроном в 240 единиц. Шикарнейший угол склонения минус 10 градусов позволит вам эффективно играть от рельефа. ПЗ-58 МУЦ это некий аналог SAMX-CDC, но в отличие от француза, лобовая броня башни позволяет нам иногда танковать снаряды от низкоуровневой техники. Данный прем-танк будет также интересен коллекционерам, которые любят нестандартный внешний вид. Он идет в эксклюзивном камуфляже. В этот период за любое количество боев, заработав 20 тысяч боевого опыта, вы получите второе спецпредложение, это 50% скидка на Альпийский Тигр ВЗ-111. Со скидкой данный танк обойдется вам в 7750 золота. Этот китайский приемный тяжелый танк 8 уровня имеет очень эффектный внешний вид. И приобрести его для себя хочется в первую очередь именно поэтому. Сочетание черных и стальных цветов, силуэт тигра и многие другие мелкие детали говорят о том, что комо УВЗ-111 Альпийский Тигр получился зачетным. Что касаемо самого танка, это советский типаж тяжей. Высокая альфа, но не самое точное орудие. Напомню, что данный приемный танк является льготом и в боях вы попадаете максимум к 9 уровням. Что касаемо танка в неделе, то данная акция была переформатирована. Акция теперь называется «Сделка недели». Вы на неделю можете получить скидку не только на премтанк, но и на наборы с различным игровым имуществом. В сделке недели с 7 по 13 декабря в премиум-магазине вас будет ждать набор, в который входит 4 ваучера на камуфляж. Скидка на данный набор составит 33%. И обойдется он вам в 650 золота. А у меня на этом все. В следующий вторник подкину вам новой информации по спецприложениям. Не забывайте заглядывать на канал, ставьте лайк этому видосу. До новых встреч, всем удачи в боях и пока.